Доброго времени суток, уважаемые друзья, зовут меня Перпетум, или же Александр, и мы продолжаем с вами проходить игру Gods of Arena. И должен признать, мы продвинулись довольно далеко, ребята, и скорее всего скоро уже будет конец. И да, кстати, пока я не записывал, я немного повыполнял второстепенные миссии и немного поэкспериментировал со своим отрядом. Если вы помните, раньше у меня было два лучника, один Мурмелон и два Ритиария. Но дело в том, что в последнее время мой Мурмелон практически ничего не мог сделать. Он в большинстве случаев даже не добегал до противника. Его просто убивали. В общем-то, мне показалось, что он стал бесполезным, и поэтому я вручил ему лук. И с луком он раскрыл себя с новой стороны. Давайте это посмотрим, я это продемонстрирую. Поехали, пятая битва в Колизее. Возможно, мне даже не придется нажимать скиллы, и битва будет выиграна. Давайте. И да, ребят. Я своему Бруциусу вместо меча, который дает способность Blade Dance, дал трезубец с способностью Immobilize, вот этой вот. И, в общем-то, это тоже довольно эффективно. Теперь враги практически всегда остаются бездвижными. А Blade Dance не всегда получалось использовать, потому что, опять же, враги постоянно толкаются. Враги стали намного сильнее. И, в общем-то, теперь мой отряд, мне кажется, идеален. Тут есть все, что необходимо для счастья. Обездвиживание противника, нормальный урон и, в общем-то, танк. Если, конечно, моего Бруциуса и Лара можно назвать танками. Давайте, пробуйте, и все. Эта битва выиграна. Эта битва была выиграна до и начала этой битвы. Просто шикарно, ребята. Действительно, у нас лучшая команда гладиаторов в мире, и я в этом не сомневаюсь. Кстати, еще. Почему я постоянно говорю «кстати»? Так вот, ребят. Мои гладиаторы все уже получили максимальный уровень, оказывается 25-й это максимальный уровень. И по большому-то счету нет смысла ходить и выполнять второстепенные задания. Ну, можно заработать деньги, а какой в этом смысл, если новые вещи практически не появляются? Все, что есть в магазине в последнее время, это только повторение. Если я вижу какие-то крутые вещи, я их сразу покупаю, а пока... Пока их нет и денег у меня много, поэтому... Опачки, что у нас здесь? Здесь все то же самое, Кстати, вот эта вот рука, Манибус Джаксус, есть уже у каждого моего гладиатора. Это, думаю, о чем-то договорит. Так, ладно, не будем медлить, не будем заниматься ерундой. В этом нет никакого смысла, пошлите, посражаемся на арене. Сейчас истинную радость приносит мне только сражение на арене и рев толпы. Давайте, ребята, не подведите, я вас так расхваливал, я вас так люблю. Давайте, делайте это. Рвите врагов на части, покажите, кто хозяин мира. Блин, опять я накосячил. Ладно. Хотя все-таки есть один минус у моих ритиариев. Дело в том, что они пытаются сражаться на дистанции, и это не всегда хорошо. Меня вражеские гопломахи могут не подпускать, и, в общем-то, я сейчас, наверное, проиграю. Я расслабился, не использовал скиллы, поэтому думаю, эту битву стоит переиграть, и она окажется выигрышной, я надеюсь. Иначе я не знаю, что мне делать. Так, сдавайте, ребят. Давайте. Первый обездвижен, зашибись, хотя даже двоих удалось обездвижить. И еще нескольких, давайте. У врагов стало появляться очень много лучников, и они все равно могут наносить мне урон, даже если я обездвиживаю вражеских бойцов ближнего боя. Ну и, в общем-то, вы это видите. Я пытаюсь сделать все, что в моих силах, но чего-то все-таки чуть-чуть не хватает. Прошлая битва оказалась более успешной, и я ее переиграл. А какой в этом смысл, непонятно. Ладно, пробуем еще раз. В этот раз я точно не подведу вас и своих гладиаторов. Я буду использовать скиллы вовремя. Давайте. Нет. Ах, простите, что обманул вас. Я старался, я реально старался. Делаем еще раз, поехали. Давай, ближе. Подходи ближе. И идеально, просто идеально. Отлично, нескольких обездвижили. Давайте остальных. Блин, собрались в кучку, не дают подойти к себе. Прямо как еж такой. Бойцы ближнего боя реально ничего не могут сделать, а лучникам не хватает пока урона. Может быть, моя тактика не такая уж и... успешная, как мне казалось. А мне казалось, она безумно успешная. Я врагу даже практически не снял здоровье, а уже проиграл. Блин, он еще и хотшот раньше, чем я использовал. Ну, блин, еще не все потеряно. Бывали случаи, когда я выигрывал битвы, и у меня оставались только лучники. Ну, блин. Не знаю. Хватит ли мне трех лучников, чтобы одержать победу? Очень маловероятно. Очень маловероятно.
И как быть тогда? Что делать? Прокачаться дальше уже невозможно. Остается только экспериментировать. Остается только пробовать что-то новенькое. Может быть, новые отряды создать. Не знаю, ребята, это сложно. Ладно, попробуем еще раз. Чтобы убедиться в том, что мои гладиаторы ни на что не способны. Хотя, скорее, ни на что не способен я. Блин! Хотя, скорее всего, ни на что не способен я. Я не могу вовремя нажать скиллы. Прямо перед нажатием постоянно нужно врагам меня толкнуть. Почему они вообще толкаются? Мне это не нравится. Зачем они сделали игру про гладиаторов, где гладиаторы толкают друг друга? Это немного странно. Давайте, давайте, ребята, ну же, бейте мощнее. Хотя, знаете, а я кое-что придумал. Видимо, иногда к разным битвам нужно подходить по-разному. Окей, давайте попробуем сделать моего Кассиуса вновь Мурмелоном. Может быть, что-то изменится, может быть, получится. Давайте. В любом случае, я ничего не теряю. Так, переделаем его. Вот это, да. Берем щит и берем, собственно, наш меч. Посмотрим. Теперь у меня есть более мощный танк. Он довольно толстый, бронированный. В общем, что-то может получиться. Давайте попробуем. Поехали. Хорошо. Первых обездвижили. Отлично, идем дальше. И еще нескольких. И если получится, если мой Кассиус сможет подойти, и у него перезарядится Blade Dance, я всю эту бригаду вырежу просто сразу же. Но, конечно же, этого не будет, потому что Кассиус сейчас умрет или не умрет, или не умрет, или Кассиус-то не умрет. Хорошо, действительно, надо делать так. Не нужно зацикливаться на одном, нужно постоянно пробовать что-то новое. Странно, я только в начале видео об этом говорил. Говорил, что нужно пробовать что-то новое, нужно делать, нельзя сидеть на месте, но... Черт возьми, я только что делал то, чего не советовал, и в итоге проигрывать начал. Но потом я к своим словам прислушался и... Получилось. Хорошо, значит, все-таки проблем быть в дальнейшем не должно, я надеюсь. Думаю, у вражеских гладиаторов более сильными они не станут, вражеские гладиаторы. Очень бы хотелось, конечно, в это верить. Потому что я уже дошел до упора. Когда дойдут враги до упора, непонятно. И, в общем-то, когда это случится, все будет зависеть только от моего личного скилла. И от личного скилла компьютера, противника. И, опачки, новый шлем. Может быть, этот шлем лучше, чем то, что есть у меня. Давайте глянем. Так, где он? Ну, как сказать? В принципе, неплохо. Кстати, стоп. Да, этот лучше. Менять не буду. Может, стоит еще кому-нибудь его одеть? Хотя, вроде бы и так у меня все практически бойцы в этом шлеме. Да, это лучше. Этот шлем лучше, чем вот этот. А мне казалось, что нет. Так, продали, хорошо. И, в общем-то, нужно найти еще один Центурион, чтобы одеть его на моего Лара. Но это уже в дальнейшем, это попозже. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Седьмая битва, 3 раунда. Ну, я не знаю, мужики, я не знаю. Очень сильно сомневаюсь я в том, что что-то может выйти. Ну ладно, Вера умирает последней, хотя она уже умерла, ведь я опять просрал 2 скилла. Такс. Нет, магазин. Может, все-таки удача? Нет, удачи не будет, все товары одни и те же. Хорошо, пробуем, и главное не просирать скиллы. Главное обращать внимание на то, где находятся мои щенки. Вот. Как сейчас, например. Давай, и наконец-таки удалось нормально использовать скилл. И странно, Кассиус находится посередине, но получается так, что он получает больше всего урона. Не знаю, с чем это связано, но, к сожалению, это так. И он сейчас умрет. Да, он всегда на передовой, и Кассиус сдох. Печально. Очень-очень печально. Я думал использовать Blade Dance, но перед самым его использованием, к сожалению, нам пришлось попрощаться с нашим другом. Если сейчас не получится выиграть, то я буду использовать свою старую стратегию. Стратегию с лучниками. Может, повезет. Потому что здесь очень много бойцов ближнего боя, и, в общем-то... С копьями особо никого нету, поэтому получится может что-то. Проблема как раз таки в копьях. Такс, ну, 2-й раунд вообще просто отыграли. Все из-за того, что бойцы ближнего боя. Хорошо, значит, 3-й раунд тоже можно выигрывать. Главное не накосячить. А не накосячить сложно. Я не могу себе представить некосячущего. Такс, поехали. Сразу, блин,
просранный скилл практически. Но есть второй, и его тоже простирают. Грёбаные копья, как я ненавижу их. Эх, сколько крови они мои выпили, эти копья. Фух, я просто не могу подойти и нанести удар. Я не могу обездвижить противника. Но смотрите-ка. Ай-яй-яй, я думал, я использую. Вот оно счастье, вот она победа. Все-таки мои гладиаторы молодцы. Хорошо. Хватит стоять. И иногда мне кажется, что если меня враг обездвиживает, мои гладиаторы стоят намного дольше, чем стоят вражеские гладиаторы, когда обездвиживаю их я. Я не знаю, может быть, мне всего лишь кажется, но... Мне кажется. Так, ладно. Окей. Осталось несколько сражений, но прежде чем я пойду сражаться, я все-таки переодену своего Кассиуса. Вы сейчас видели, о чем я говорил, он даже толком не смог ничего сделать. Он даже толком не успел подраться, его просто-напросто не подпустили. Сделаем его лучником, потом, может быть, если у меня не будет получаться, я все-таки сделаю себе одного гапломаха. Так ведь они называются? Да, гапломахи. Сделаю одного себе чувака с копьем. Может, что-то получится. Так, снова сейчас пробуем, сейчас экспериментируем, и снова битва с тремя раундами. Хватит Люциус Флавиус болтать. Не время для разговоров, прошли те времена. Сейчас время лить кровь и сражаться. Хорошо. Ну подойдите же вы, пожалуйста. Ну почему ты, Бруциус, не можешь подойти? Это жестяк. Враг просто разваливает меня, как из пулемета. Слишком много лучников у врага. Ну, пока мы держимся примерно на одном уровне. Вражеские гладиаторы такие же сильные, как и мои. И что делать? Немного игра меня завела в тупик. К такому жизнь меня не готовила. Самые лучшие трезубцы у моих ретиариев. Ну, давайте попробуем вновь переделать его в Мурмелона. Такс. Стоп. Вот меч и вот щит. Просто нельзя было с одним щитом бегать. Я понял. И... Ну, каждый раз мне душу травит этот магазин, и каждый раз я не могу найти там ничего интересного. Печально. Так, ну, я не знаю даже, что говорить. Просто наблюдаем, просто смотрим, будет у меня успех или нет. Возможно, даже нужно сделать несколько галов и дать им молоты, чтобы они могли всю вражескую команду разваливать, просто махая своими молотами. Быть может, получится, но кто знает. Пока что есть, то есть. Я даже не могу подобраться к противнику. Фух, какие-то бодрые у них слишком лучники, а мои лучники что-то меня разочаровывают. Не-не-не-не-не-не. Это точно проигрыш. Последняя попытка, нет, так нет. Потому что как-то все очень грустно. Ребята, если у вас есть какие-то предположения, если у вас есть какие-то еще стратегии, что можно придумать, что можно сделать, обязательно об этом напишите в комментариях. И я обязательно прислушаюсь, потому что я в отчаянии, я не знаю, что происходит сейчас. Давай. Хотя, блин, какой смысл, если у врагов целая куча лучников, копейщик, и они безумно жестко меня разваливают. Да, они слабее, чем я, но я должен прожить гребаных три раунда. Это что вообще такое? Не, это даже смысла нет продолжать смотреть, как мои люди страдают. Давайте, ребята, я нажму паузу и кое-что сделаю. В общем, ребята, дело такое. Я опять решил немного переделать свою команду и сделал себе одного гапломаха, Кассиуса. И, в общем-то, должно получиться. Надеюсь, получится. Надеюсь, у меня гапломахи будут работать так же эффективно, как они работают у врага. Ну что, поехали. Теперь у меня 3 иммобилайза, 3 обездвиживания противника. И что-то должно получиться. Что-то, может быть, пойдет на пользу. Хотя, все равно, опять же, я не могу подобраться толком к врагу и нанести удар. Чёртовы лучники, чёртовы ретиарии, чёртовы копейщики, ну бегите! А, я выхожу из себя, я чувствую себя беспомощным. Ну давайте, соберитесь, мужики, ну вы же стоите, просто не можете ничего сделать. Почему вражеские лучники такие суровые? Давайте! А, ну конечно, это же не я использую скилл, давай! Хорошо, хотя какой смысл, блин, и так у меня почти вся команда погибла. Вражеские лучники безумно мощные. Окей. Ребята, попробуем еще одну штуку. В общем, я решил сделать себе команду лучников. Я понимаю, что идея это, наверное, не совсем разумная, потому что они все не прокачаны, но попытка мне кажется довольно-таки достойная. Может, что-то и выйдет. Может, мои лучники окажутся не... Чего?
Охренеть! Это просто охренеть, у меня нет других слов. Посмотрите, что творят лучники. Как бы они сейчас все не погибли, но все равно, это просто безумие. Мои лучники-то жесткие, офигеть. Почему я не сделал этого раньше? Почему я раньше не послушал чувака, который советовал мне создать команду из лучников? Это очень круто, это очень эффективно. Посмотрите, враги еще не успели начать двигаться, а я уже большую часть снял здоровья. Это очень круто. Главное, нельзя допустить, чтобы они добрались до моих гладиаторов, чтобы они подошли впритык. И, в общем-то, зашибенно. Просто офигенно. Давайте, 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 ребята. Сейчас у вас еще и скиллы перезарядятся, и все. И это будет победа. Первый умер, второй умер, третий отправляется в ад, четвертый отправляется за ним. Поехали. Хотя нет, четверых я не убил, я убил только двоих. Но все равно это неплохо, остатки я тоже добью благодаря своим лучникам. Охренеть, у меня не прокачанные лучники, они сражаются лучше, чем матерые гладиаторы, знающие свою специальность в совершенстве. Это странно. Но окей, если это работает, я согласен. Поехали дальше, посмотрим, посмотрим. Я уже хотел завершать серию, но дела обстоят так хорошо, что не время завершать серию. Хочется пройти дальше, может быть, удастся дойти до конца сегодня. До конца хотя бы Колизея. Хотя, блин, меня сейчас зажали и... Нет, точно не здесь. Враг оказался быстрее и шустрее. Да, где лучники что-то могут, то в другом месте они не могут уже ничего. Печально. Ладно, ребята, я пробовал, я экспериментировал. И, в общем-то, будем экспериментировать дальше. Осталась буквально, мне кажется, одна серия. Ну, а с вами был Перпетум или же Александр. Большое спасибо за внимание, друзья, за просмотр. До новых встреч, всем удачи и всем пока.